Добрый день всем, кто меня смотрит. Меня зовут Фомина Оксана Викторовна. Я врач-педиатр, живу и работаю на острове Тенерифе, Канарские острова, Испания. Я вас приветствую на своем канале, который называется Фонендоскоп. Если вам интересны мои видео, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Следите за мной на моей странице в Фейсбуке. Данные об этой странице находятся в описании канала. Значит, сегодня я хочу поговорить о коронавирусе дальше, о смертности и о новой информации, которая у нас ежедневно поступает. Значит, смотрите, смертность в Испании составляет в среднем за прошлые года, мы берем информацию, информацию, которую я нашла, которая доступна в интернете, это информация с 2017, 2018, 2019 год. Средняя смертность в зимний период составляет 1170-1180 человек в день. В целом за год 1150 человек в день. Сейчас нам ежедневно сообщают, это по телевидению, по официальной статистике, которую я считаю намного заниженной, что добавляется к этой смертности, на минуточку, добавляется к этой смертности еще 700, 800 или 1000 смертей в день. Люди, тут даже не 20% смертность составляет. 800 смертей в день, если мы берем, была 1000 от инфарктов, от разных сопутствующих патологий, от легочной недостаточности, плюс еще 800 смертей в день, это 80%. Какой легкий вирус? Ну о чем вы говорите? Именно поэтому разворачиваются полевые госпиталя. Поэтому в крупных городах, там, где есть выставочные центры, в Мадриде это выставочный центр международного уровня, огромное помещение, в котором ставят кровати и разворачивается полевой госпиталь. И туда будут ложить пациентов, у которых средняя степень тяжести, потому что тяжелых кладут в реанимацию. С реанимацией дела плохи вообще. Стали появляться в интернете люди, которые меня смотрят из Испании, из Италии, полным-полно уже свидетельств на испанском, на итальянском и на разных других языках о том, что когда снимают родственники, как мою любимую маму 70 лет, у которой не было патологии, отключили от аппарата, потому что нужно было положить туда молодого 35-летнего полицейского, у которого тяжелая форма коронавируса. Начинается медицина катастроф. Понимаете? Испания сейчас находится в катастрофической ситуации по поводу коронавируса. Воспринимайте это серьезно. Люди, находящиеся на территории бывшего СНГ, на территории СНГ, на территории бывшего СССР. Это не шутки, это серьезная вещь. По поводу мне продолжают писать, заваливать меня тем, что это идеи заговора, что этот вирус искусственно создан и так далее. Люди, да какая нафиг разница сейчас? Заговор это или не заговор? Создано это или не создано? Или оно само по себе прицепилось? Управляемый это процесс это или неуправляемый это процесс? Вы о своей заднице беспокойтесь, о жизни себя и своих близких, а не о идеях мирового заговора, диванные, блин, политики. О чем вы говорите вообще? Какое сейчас это имеет значение для сохранения жизни? Когда вы будете помирать и лежать на аппарате, вам будет это важно? Создан этот вирус? Это заговор масонов? Это Ротшильд придумал? Статистика врет или статистика не врет? У вас будет единственная мысль – вы хотите жить. И когда будут умирать ваши близкие, единственная у вас мысль будет – вы хотите их спасти. Если санитарная система перегружена, аппаратов не хватает и кислорода не хватает, умирать будут каждый день все больше и больше. Включите голову хоть чуть-чуть. Для капитализма самый главный ресурс – это люди. Это не фабрики. Это не какие-то производства, это физические люди,
которых, если не станет, работать на этих фабриках и приносить доход капиталу будет просто некому. Вообще некому. Неужели вы думаете, что они пошли, европейские страны, в такой серьезный экономический кризис, карантин продлевается, все ухудшается, некоторым людям уже нечего есть. Для того, чтобы просто это просто грипп? Значит, еще что хочу сказать по поводу заболеваемости. На сайте Министерства здравоохранения, которое вообще информацию занижает, свежей информации у них там очень мало, цифры заниженные, не соответствующие, даже близко не соответствующие реальности, но зато официальная статистика. Там есть информация о том, что появилась заболеваемость у детей. Никто нигде об этом ничего не говорит вообще. Значит, исходя из данных сайта Министерства здравоохранения по поводу коронавируса, среди детей от 0 до 9 лет заболело 129 человек на вчерашний день, на 25.03. Среди детей от 10 до 19 заболело 221 человек и один случай смерти. Я осматривала ребенка, которому 11 лет, он жив-здоров, у него все хорошо, у которого подтвержденный случай коронавируса. Слава тебе, Господи, пока что я себя чувствую хорошо и надеюсь, что я смогла себя уберечь и не заразилась. Появилась информация о новой симптоматике у коронавируса. Значит, характерным признаком коронавируса является отсутствие обоняния и вкуса. Нам прислали внутренний циркуляр, у нас есть внутренняя система медицинской информации, вот по внутренним данным отсутствие обоняния и вкуса являются признаками коронавируса в начале заболевания. При этом катаральных явлений может не быть. Просто идет резкое ухудшение самочувствия, особенно у молодых людей. Резкое, серьезное ухудшение самочувствия. Все плохо. Ходить не может, сил нет, батарейка закончилась. И причиной смерти является чаще всего сепсис. Моя коллега осматривала девушку на дежурстве, которая была потом перевезена в областной госпиталь, в госпиталь Канделярия, и в течение 3 суток у этой девушки наступила смерть, в реанимации ее не удалось спасти. Девушка молодая, 29 лет, без всякой предыдущей патологии. Причина ее смерти – сепсис. Вероятнее всего, коронавирусный. Но об этом никто ничего не говорит. То есть в статистику коронавируса эта девочка не вошла. Хотя при поступлении она заявляла о том, что у нее был контакт, прямой контакт с подтвержденным пациентом. Страшные данные, которые появляются здесь, в Испании. Кроме того, что открывают полевые госпиталя, у нас на Тенерифе тоже делают полевой госпиталь, устраивается в большом выставочном международном центре, который находится в Санта-Крузе. В Мадриде, в Ледовом дворце, организован морг, где хранятся мертвые тела пациентов с коронавирусом. Дальше я не знаю, что с ними будут делать. Либо будут братские могилы, либо они будут сжигаться. Пока ничего не понятно, потому что обычные морги, все перегружено. Вообще все перегружено. Еще информация. 20% медицинского персонала заражены. Это то, о чем я вам говорила. Сидите, пожалуйста, дома. Все медицинские консультации по телефону. И сегодня я прочитала на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения о том, что они объявили, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию и в данный момент бессимптомные, то есть выздоровевшие, могут продолжать разносить этот вирус, могут продолжать быть источниками коронавирусной инфекции для здоровых людей. Поэтому еще в течение 15 дней.
Поэтому, дорогие мои, те, кто меня смотрит, я вас очень уважаю, я вам очень признательна, я очень хочу вам помочь. Пожалуйста, берегите себя, сидите, пожалуйста, дома. Берегите себя, берегите своих близких, берегите своих детей. Никто не знает, что будет дальше. Всем я вам желаю здоровья. Я вам всем желаю не заболеть этой гадкой заразой. Очень сильно за вас переживаю. Кто хочет следить за мной, подписывайтесь на мой канал. Он называется «Фонендоскоп». Всем здоровья, до свидания, всего самого наилучшего.